Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Расскажи про газлайн. Тем, кто еще не знает и недавно к нам присоединился, мы замутили очень большой проект. Очень интересный, на мой взгляд. Нестандартный. Мы будем приглашать к нам программу. Это будет в формате вечернего шоу. Но вечернего шоу еще нового формата. Потому что, слава богу, есть интернет. Вот работать над этим шоу будет большая команда людей. Будем сделать что-то интересное. И первым гостем нашей программы будет замечательный, великолепный Юрий Путь. В чем суть шоу? Я вчера рассказывал в эфире. Заключается в том, что каждый из вас, из нас, из зрителей, из наблюдателей, из тех людей, которые следят за тем, что происходит вокруг, видит популярных и по-разному популярных известных людей в сети, на телевидении. И каждый, пожалуй, из нас хотел бы задать ему вопрос. Практически у каждого. Или что-то сказать, или просто как-то убить вопрос, поставить в тупик. Цель нашей программы – собирать все вопросы, которые вы будете оставлять, записывать, придумывать, отправлять нам. Мы эти вопросы будем собирать, выбирать самые невыносимые. И в формате беседы. Так слышно меня? Вот так лучше слышно? Вы так хорошо меня слышите, да? Или вообще меня не слышно? Фига. Слышно? Так. Вот, вы будете присылать нам свои вопросы, и мы эти вопросы будем задавать нашим гостям. Мне кажется, что это очень хитро и удобно, потому что есть куча подлых, неудобных вопросов, которые я хотел бы задать людям. Ну, кого-то где-то стесняюсь, где-то неудобно. А так все будет сваливаться на вас, на зрителей, на людей, которые присылают свои вопросы. Так что вот так, посмотрим. Гости у нас будут очень интересные, очень неожиданные. Многие из вас удивятся, и у многих прям подзорвется внутри. Для этого мы и делаем программу. Должна быть максимально интересно. Вот спрашивают, сколько я скинул. В итоге получается 21 декабря на сегодняшний день я скинул 12 килограмм 600 грамм. И сейчас вешу 104. Вот. Цель моя скинуть 2,5 до сотки.
кстати, очень помогает в этом мне спорт каждый день. Даже если концерт, я занимаюсь с утра. То есть получается две тренировки. Первая утром, и вторая тренировка у меня вечером. 1:40, 1:50, иногда 2 часа концерта. Я одеваю специальную курточку, которая помогает мне сгонять весочек. Такие вот дела, ребята. Сегодня такой легкий день. Сегодня Егор Петров спрашивает, да, потом буду скидывать дальше. То есть у меня цель в сентябрю скинуть до 90. Пожалуй, сотки до 90 будет самый тяжелый 10 килограмм. Но мне хочется попробовать. Это как с музыкой все, да? Это не кому-то что-то доказывать, а просто для себя понять. Инструменты, нащупать внутри инструменты, которые мне помогут не отступить, вцепиться в эту историю и довести дело до конца. Так что потом, помимо того, что я постоянно занимаюсь, в зале осенью надо серьезно приступить к восстановлению. Нет, вот, Егор говорит, да тебе что, сука, интервью что-то нет? Егор пишет, с музыкой полегче, наверное, да нет. С музыкой необходимо все-таки бороться за человеческие сердца, души, за человеческое признание, любовь, уважение. А спорт намного проще для себя. Ну, если, конечно, не цель, как на мистер Вселенная. Хотя у нас у таких психов, как я, и такие бывают сумасшедшие идеи. Ну так где-то к 50 годам для ветерана, да? А чем черт не шутит? Когда музыкой начала заниматься, тоже говорили, не твое, а тебе не надо. А, пишу Егор Петров Лайф. Ладно, все, вас обнимаю, все. Хороших выходных, на связи. Напоминаю, что завтра у нас концерт. Увидимся, всех жду. Всего вас. Теперь выходной. Все, мы рады за нас.